Привет! Привет! Ага, окей. Ехали. Ага.
забавная ситуация. Какую-то группу догнали уже почти. Стрёмная, кстати, опасно, опасно. Смотрю, я еще на дорогу смотрю.
правую руку, ты просто не делаешь. Упражнение, чтобы мальчик смотреть назад. Если не тебя кто-то руку ставит, не надо бояться. Едем, да, видимо? А, по одному окей.
Окей. А, хорошее время выбрал, да. Упражнение, как пить воду и ехать по лежачему. И прыгать и лежать. Все мелочится. Прыгать с одной рукой, да? Давай нагоним. Чего? Подпорку. Что мы делаем? Чтобы у вас в горке будем тренировать. Дай им пока. В клабхаусе 5 кофе по 150 рублей. Много вы хорошо или плохо? Да нормально. Соответствует ли оно высоким запросам? Оказывается, Саша будет в Адлере с 9 числа. А мы будем с Настей в Адлере с 13-го. Это значит, что мы будем там одновременно. Тренируем хождение руляния, просто хождение, чтобы вас не вызывало страх, когда кто-то приближается, там будет рулю. У нас как бы всегда ловко выступает за руль. Вот так вот, такая посадка. Поэтому мы приготовляем. Ага. Так, по одному или по два? По два. Да, там такси сзади. Давай, будет. Пока не будет, не сторон выезжает, пипец какой-то. Инстинктивно, когда такое вижу, начинаю потормозить. Потому что вообще приехал сейчас от тебя. Чего? Налево показывай. Чего приехал? Да я вообще отстал от тебя, чтобы не приближаться.
кажется, такое тестировать на дорогах общего пользования не очень безопасно. Начинают скидить все, и в тот самый момент, когда они скидят, они начинают смещаться резко в сторону, и в общем-то, когда они резко смещаются в сторону, начинается жопа. Собственно, все, кто за ними едут, они начинают делать вот так, потому что пытаются куда-то деться. И они всем начинают давить, что видно, что там 7 рядов идут, начинают все вправо давить, и вот так все как вот это надевают на голову. У вас получается будет самая низкоскоростная тренировка за все время. Ну не знаю. Да, была предыдущая группа из 40 херачила. Да, я знаю. Что-то я даже не хочу это пробовать. Суицидников получается. Еще есть.
идет очень медленно. Типа когда пытаются друг друга это выдавить с трассы или что, я не знаю. А по-моему, кстати, это запрещено, по-моему, да, нет? Я вот не помню. Да, тебя, как говорится, уложили в этот скелет, да. Ой, запрещено. Не, по-моему, локтями, я не помню, как там есть какие-то ограничения, но что-то можно. Вы тренировались? Чуть-чуть, так. Сейчас. Давай, Олег, я тебе. Не надо. Давай. Очень стрёмно, слушай. Да, давай я, Олег. А? Хочешь? Смысл в чем? Телефонится и вот. Кто-то отвлекся, компьютер начал пикать. Понимаю, да. И у него велик замелял, рядом, вот я тебя давлю, ты меня можешь просто подстраховать. Меня пикнул. Стой, стой, стой! Чуть-чуть грязно. Внутри руля. Да, теперь. Что-то пыль какая-то. Ну я, у меня тоже сам, да. Ну, смотри, ты делаешь. Вот мы делали мастями. Да. Тогда смотри, ты снизу опускаешь, вот, да. Вот. Он уже идет, видишь, я села по. Он уже сюда не зашел. Но она вроде бы целая, слушай. Целая. Я в этой падал. Знаешь, как сильно падал. Бибы вроде чуть-чуть грязные, бибы сзади. Да, ну мало. В общем, ты должен его как бы сопроводить. Вот он идет, а ты должен его вот не отпихнуть там. Вот. Но вот это важно, потому что под руль залазить очень часто. Ну, потому что много людей, которые ниже рамы особенно. А причем могут... ты упала, а ты нет, да? Ну, я удержался. Да. Ага. Я в зеркало видел, но ты как на упал, камеру не снял. Я у него руль сюда попал, и его дальше это. А ты у тебя руки где-то? Вот потренировался, ну, соответственно, попал, ты должен понимать, что ты ниже, ты заходишь, чувак, выше тебя ростом, ты должен понимать, что ты можешь, то есть твое движение, оно больше, локтя больше. А берег-то целый? Да, нормально все, слушай, в общем, понятно, мелочи. Понимая, что ты ниже, заходишь под большого чувака, это просто надо. У тебя цепь слетела. Умей держать. Типично. Давайте я пока прикрою. Плечами сильнее все-таки заехал. Вот, понимаешь, а ты с другой короче, стороны как... вот так, да. Мы не могли попасть. Да, да если ты понимаешь, если ты ниже, то ты начинаешь там вот. Вот знаешь, вот это ему не надо уезжать. Ему надо помочь, он падает. Ему не надо уезжать. И вот так делать тоже нельзя, вот так, знаешь.
Во-вторых, ты отвлекишь, как бильярдный шар. У нас этого не было, а скорее... Ну да-да-да, и все. Большее притяжение. Ну, вы когда прикасаете, вы должны прилипнуть. Так, ну, прилипли, блин. Это слишком. Ну, нет, ну... Ладно, поехали, это же тут да. Не очень... А у тебя там тоже что-то было, да, я видел? Или у тебя там... Чего? А обмотку у тебя там? Ну да, чуть-чуть. А у тебя, по-моему, тоже, да? Ну да, ничего, да, видишь, боевой такой. А берег нормальный, да? Да вроде да, слушай. А чем он упал, не помнишь? Ну, мной. А переклюк работает? Он сейчас упал на эту сторону. Давай, вперед. Колесо крутится, да? Ну, крутит, да. А переднее? Ничего не болит? Нет. А нога как? Ты же там упал на ногу. Ну да. У тебя вон там нога пол или это старая? Нет, на левой. Это старая. А левая старая. Ага. Да на нет, правой ты. А на правой ты коленкой ударился или чем? Нет, это не. Ну это больно, да, голенью, конечно. Голенью больно. Слава богу, да, что шлем не это. Ну я вот в прошлый раз, я на лодке упал. Ага. А из-за чего ты упал в прошлый раз? Я дал смену. Это было на тренировке? Нет, ну на локте. На локте. Да, да. Впереди. И чего было дальше? Посмотрел назад. Ага. Вот. А я ехал, как бы, ну вот мы ехали по парам, я ехал по встречке. Ну я как бы нашел на встречу, я раздал. Вот. Посмотрел назад, типа, чтобы это, ну, когда мне тормозить-то, чтобы ага. В конец встать. И в этот момент, видимо, в какую-то яму попал. Вот, я даже не заметил. И я прям. Понятно, лежачий. Ой. Что-то я прям там. Это, видимо, если у тебя солнечный удар. Большой, окей. Сможешь на большое, все окей? Ну да. Ну ладно. До Альтуэса парами, потом в Альтуэс не еду по максимуму своей. Давай вперед. Вверху собираемся. Знать бы еще, что такое Альтуэс тут. Тут знаки замотаны, тут, по-моему, раньше такого не было. Здесь еще холодно, а не снег тут хранит. Холодно, вообще классно. Да, вот у нас следующий. Да, это правильно. Да, а у тебя что за компьютер? Брат, у меня? Да. Garmin 530. А. Мне просто показалось, что он что-то у тебя разговаривает. Да, у меня из телефона она говорит, когда поворачивать. А, маршрут, понятно. Да.
Да? Переклёп чудит. Петух, наверное. То туда, то сюда. Петух, петух. Стопудово. Да, петух чуть-чуть гнутый. Да? По-моему, да. Может, мастерской тебе его чуть-чуть подровняет, не знаю. Если успеем. У нас же еще целый круг или нет? Или мы прямо? Или мы прямо поедем уже, да? Сразу в мастерскую, да? Сейчас у нас четверо. Я не клююсь. Ну, смаркаться, что-то. Все это делается в локоть. Вот сюда вот. Как раз там, где я еду. В общем, смысл упражнения. Вот это.
шарахаться от человека, который вдруг потерял равновесие. Ему как бы надо помочь. И отталкивать его тоже нельзя. Его надо поддержать вот так вот и направить. Если он прям сильно падает, то надо его прям подавить, чтобы он удержался. Если он прям сильно падает, надо дать ему... Надо дать ему глюкозу. Нет, короче, отталкивать нельзя, потому что ты сам отталкиваешься от другого соседа. Да. Это и физика. Может. Да. На него именно надо поддержать, если он прям сильно навалится, то тоже в ответ подавить. Он толкает. Это физика. Сила действия равна силе противодействия. Воу. Точно ничего не болит? Да нет, мне кажется, только ссадина. А ты вроде легкий, да? Ну да. Значит, падать не так больно, по идее, должно быть. Но мы же все равно где-то 30-ку ехали. Не, у нас прям меньше было. Я просто упал и остановился. Ну даже 20-ка, понимаешь, кинетическую энергию же надо чем-то гасить. Ну да. Вопрос, чем ты погасил ее? Мягко получилось, а?
Какой интересный этот LED-знак, видели? Я таких не видел еще. Куда делся пятый? Момент падения. Решил это завершить быстрее. Надо, наверное, ногу обработать. У меня есть перепись. И с петухом. Слушай, сейчас до дома доеду через полчаса и нормально. Может, и петух посмотрит. Ну, спасибо, ты делишь. Мы... Он упал. Кто упал? Он. Я упал. Я же спустился, подождал. Я кричал, не слышал. Тренировка прошла. Я думал, что мы друг между другом общаемся. Повернулся, вроде еды. Все, камера, да? А, нет, не выключил. Там уже какая-то два ущерка по встречке ехали. Да. Упражнение, как бы, решил попробовать. А вы наверх-то потом поехали? Да. А ты? Я решил подождал, но 40 минут надо съехать. А, сразу сюда приехал. Думаю, что в плане там с эстакады уехали вниз, заметил. Понятно. Я приехал на шутку, был головой. Ты точно шлемом не ударился, мог не заметить? Слушай, давай, поехали в шлем. Ладно. Я, наверное, выключаю видео. Давай, конечно.